Так, друзья, всем привет! Очередная посылка из Китая. Достаю шнур, адаптер на вот этот автомобиль Daewoo Nubira 98 года. Но это не обычный шнур. Этот шнур от Volkswagen с разъемом EML. Как мы знаем, у этих машин вот там вот внизу разъем G12. Но с помощью нехитрых соединений четырех проводков все подключается. Чуть позже я сниму обзор на то, как это сделать. Вы можете его посмотреть по ссылке. Также скину ссылку на этот шнур в описании. Сможете его заказать по ссылке. Цена, ну там что-то около 200-300 рублей. Там от курсов зависит колебания рубль-доллар. Все, всем спасибо за внимание. Всем пока. Заказывайте шнур по ссылке.